Сосну аккуратно поднимают на кране и опускают в просторную лунку. Так вдоль дороги на Эмиле Алексеевой зарождается новая зеленая линия. Осень – время посадок. В этом сезоне в Барнауле станет на 530 деревьев больше. В этом году сделан акцент на хвойные породы деревьев. Их порядка 90 штук запланировано высадить, таких как сосна, ель, лиственница. Но не забываем про лиственные деревья. У нас высаживаются березы, дубы, орех манжурский, тополь пирамидальный, яблони, рябина. Большое количество пород, порядка 18 видов. На проспекте Калинина высадят 25 дубов, на Юрина – 15 лиственниц, на Попова – 30 берез. Зелени станет больше на улицах Власихинская, Малахова, Палском тракте, на площади Кузнецова и Пушкина. На контроле специалистов озеленения и цветочный вопрос. До снегов на крупных улицах нужно высадить 75 тысяч луковиц тюльпанов 18 видов. Меняем их расцветки, то есть по цветникам, допустим, где были желтые, мы садим сиреневые, белые на оранжевые, и все в таком духе. То есть дизайнер у нас просматривает каждый цветник, меняет, то есть чтобы не повторяться. Треть от общего числа тюльпанов – ранние махровые, рассказали специалисты. Их цвет очень гармонирует с Днем Победы, но до него еще далеко. А пока, перед приходом морозов, луковицы предстоит высадить и укрыть лапником, ветками хвойных. Добавим, стабильные минусовые температуры прогнозируют уже в начале ноября. Анастасия Драган, «День с толком».